проехал примерную точку, потому что там два таких небольших озера проезжаешь. И я их действительно проехал. Но вот здесь вот оказывается как бы пляж, вдоль него нет дороги, поэтому придется каждый заезд заезжать. Здесь просто пляж от отеля, видать. Там целый городок строится отельный. Сейчас я его сниму, буду ехать обратно. Сложно будет и снимать, и одной рукой рулить. Но я постараюсь медленно, здесь никого нет. Снять вам, показать. Вот здесь, видать, отели, коттеджи вот эти стоят. Они функционируют. Возможно, вот этот большой функционирует, и тот большой. А сейчас будет дальше целый квартал, который только строится. Вообще весь остров, конечно, осваивается, причем такими, ну, я думаю, прям семимильными шагами. Если вьетнамцы говорят, что у них очень плодородная земля, и куда ни воткни палку, она вырастает, то не верьте этому. Они прилагают массу усилий для того, чтобы из вот таких пустынь, да, получились такие зеленые оазисы. Это можно даже вот здесь наблюдать. Обратите внимание, под каждой пальмой кран, то есть сюда водопровод заведен. И они периодически открывают воду под каждой пальмой. Меня это прям удивило. Видать, очень неплодородная тут земля. Прям везде, везде, везде. Пока еще, видите, нет ни столбов освещения, поэтому провода просто вот на столбах так закреплены. Ну, я вас уверяю, что через полгода, через год они строят очень быстро. Опять я в тупик заехал. Но тут только что-то строится, причем какие-то кабели лежат в сторону моря. Непонятно, что они там за коммуникации тянут по дну моря. Строят они не так, как мы, вот этими плитами. Ну, конечно, бывает, и у них стоят высотные вот эти краны, да, но зачастую они просто наливают бетон, строят конструкцию, наливают туда бетон, к вечеру он уже схватился, они эту конструкцию сняли, делают выше, 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 и вот таким образом они монолиты делают. Откуда у них столько бетона, я не знаю, на дороги, на дома. У них прям вот такая простая технология, чтобы без тяжелой техники, видать, это очень дорого у них нанять. Для того, чтобы понять, как они дороги строят, вот смотрите, видите, они также плиты. Короче, как взлетная полоса, потом между ними заливают эти пространства и сверху кладут асфальт. И эти дороги, видимо, у них существуют без ремонта черти сколько. Потому что дороги в основном везде ровные. Особенно загородные. В городе, если где-то там в проулках разбивают постоянно, ну, видимо, там нет возможности плиты положить просто. Вот здесь скоро вот из этого вот вырастет огромный курортный город наверняка. У них уже тут куча транспарантов. Как говорится у нас, это паспорта строителей. Поэтому будет красиво очень. Не сомневаюсь, как делают вьетнамцы, даже не сомневаюсь. Самое интересное, что многие вьетнамцы все-таки знают английский язык. Вот в Тьма-Таракане нахожусь, в кафешке там подъехал, и он мне достаточно на хорошем английском объяснил. Даже я понял. Но почему-то прислал он меня не туда, куда надо. Может быть, я не тут не доехал еще. Судя по мусору и по рыбацким всем этим лодкам, это просто какие-то... А, вон, наверное, Казантип. Так, я чуть-чуть смотрел в интернете декорации. Так, на ту сторону пляж пошел. Вот он, приехал, Казантип. Ура, нашел. Вот они, остатки декорации Казантипа. Тут был шикарный свет, звук, все привозили. Ну, то есть, мирового уровня было шоу здесь. Съезжались сюда и европейцы, и американцы. Все, короче, здесь были. Улицы узкие везде. Может быть, там еще второй есть подъезд. Я с какого-то, может быть, бокового подъехал. Скорее всего, даже. Но уже переезжать не буду. В этом вся Азия. Видите, рядом лачуги и помойки. И тут декорации мирового фестиваля. Ну, как-то вот, да, во Вьетнаме. Может быть, тут еще какие-то баннера ставили, заборы переграждали это. Солнце сегодня палит. Жду с нетерпением, когда какое-нибудь облачко перекроет его. Я весь, о, краб побежал. Оп, в воду. Это, я просто сегодня, как и всегда, вот это дырки, это все крабы. Мы когда жили
в доклете, там тоже все в этих дырках крабовых. Ой, ой. Ну да, все заброшено. Тут даже народ, смотрю, купается, отдыхает. Это Приморье, как она? Андреевка. Дубль 2. Ну, народ приезжал сюда, что, куражиться, бухать. Слушайте, даже лежаки и такие добротные металлические эти остались. Я бы себе такую забрал, лавочку. Это позорненькая, та красивая. Вот тут же часть декорации разрушена, уже видно. Ну, это было вот в 19-м году, на празднование Нового года. Вот они, казантиповские декорации. Там они сейчас дальше будут, сцена и все такое. Сейчас я дойду. Это только окраина. Мостик вон сделан, сейчас я туда перейду. Вот эпизод. По-моему, даже было написано в интернете, юбилейный фестиваль был. Автомобиль сзади меня крутой, да? Фактически СССРовский. Весь, конечно, гнилой. Прям арка молодоженов. Ой, шлемаком зацепился. Под мой рост не рассчитано тут ничего. О, он длинный достаточно. Дорога в море. Надеюсь, тут нет дырок, чтобы я не провалился никуда. Ой, у меня песок в тапочках. Сейчас отсюда весь берег зато видно снять. Все из бамбука сделано. Но тут маленько уже подраздолбили, я туда не полезу. Ой, ветерок. Нет, здесь я, конечно, коптер не подниму, ветер сильный. Вот они все декорации казантиповские. Сейчас я вдоль берега всего пройду. Здесь бар работает. Люди даже сидят, но приезжают. Я же говорю, место сейчас, может быть, оно еще и будет еще популярным. Какие-то подмостки такие. Вот домики опять какие-то пошли. Если я встану и не убьюсь на нем. О, нет, но качается. Что на этих подмостках происходило? Возможно, зажигалки танцевали. Подмосты на веревках. Ой, жарко. О, тучка. Ура, ура, ура. Душики везде. А, это не душ, это стоит зонты были. Просто уже ободрали. Сейчас приготовят мне манго фреш. 55 тысяч донгов. Такие же, в принципе, цены, как в городе. Надо же, кафешка до сих пор работает с тех времен. Здесь все фотографируются. Сейчас я тоже на это покачаю. Жарко очень. Ветерок продувает. Я все везде намазываю. Это у меня лицо не от моего жира блестит. Это намазанное. Нос все намазано. Сгоришь сразу. Едешь под открытым солнцем, у меня ноги даже все сгорают. Сейчас ноги надо намазать еще раз. Кстати, да, тут есть другая дорога. Я поехал не по той. Это было еще дальше поехать. Вижу, там автобусы стоят. Возможно, сюда экскурсии проводят. Думал, фото снимаю, а видео, оказывается. Солнце светит, даже не вижу. Тут такой домик, ну как, не знаю, поднимаешься сюда, короче, платформа, в общем, сюда все видно. До сцены я еще пока не дошел, сейчас пойду. Манго что-то не очень вкусный коктейль, хотя вижу, что натуральный, но что-то манго не очень сладкий.
них недалеко аэропорт, поэтому самолеты так слышно. Смешно, конечно, искусственные цветы во Вьетнаме наблюдать, но они тут тоже присутствуют до кучи. Вот они все казантиповские. Декорации. Сейчас я с другого ракурса подъеду, поснимаю. Тут охранник дежурит еще. В общем, вот так. Нашел я все-таки эти декорации Казантипа. Эпизод. Но я предполагаю, что тут было все круто, конечно. Когда это все только было построено, оно все другой цвет имело. И все было еще целое, не разломано. Куча лампочек, куча света, куча звука. Это делает свое дело. Так, на этот раз пригнуться. Вот люди ходят, все здесь снимают. Ну, сказали, что это в историю войдет. Одна машина вся в лампочках. Ну вот я подъехал с другой стороны как раз к этому Казантипу. Это бар. Тот, в котором я был, только с другой стороны. Эти декорации, вот, надо, видать, туда дальше проехать. Короче, теперь понял, после вот этих всех белых коттеджей. Так, в принципе, гид показывал на эти коттеджи. Просто я не знал, с какой стороны, видать, проехал этот поворот. Здесь, видимо, сделают навесы, а может быть, они и были, когда Казантип это был. Потому что вон они, все декорации там. Когда тут навесы были, наверное, тут было хорошо, прохладно. Сейчас прям жарко очень. Да, тут располагается. Вот эти, видать, все коттеджи и занимали, когда это все было. Потому что, ну, где-то же жить всем надо было. Не на берегу же в палатках. Хотя кто-то и там наверняка жил. Территорию платный. 70 тысяч донгов. За то, чтобы пофотографироваться. Ну, вообще тут они как бы продают пляж, да, что приходишь, купаешься, отдыхаешь. Пляж тут, конечно, шикарный. Сейчас я покажу. Все в декорациях красивое. Круто. Да, вот здесь, конечно, то, видать, сбоку, с припеку была эта кафешка. А казантипские декорации, вот они все. Классно. Все из бамбука сделано. Вот этот низ не знаю из чего, а верх везде из бамбука. Там такие слоники в воде. Длинноногие, видно их? Видно, вон они. Ну, наверняка тут еще были какие-то всякие купола натянуты, потому что, ну, тряпочные, чтобы люди не сгорали. Но там вот многоярусные, видать, тоже кафешки были. Все из бамбука сделано. Я думаю, танцевальная зона где-то здесь была. Хотя, может быть, и вон там. Ну вот это вот все, что каркасы торчат, это явные зонты, то есть на них еще были крыши натянуты. Танцпол вот этот, если он танцпол, то был с крышей. Здесь вот остался какой-то, видать, не стали снимать круглые. А там зонтообразные сняли. Тоже на сцену похоже, тут может быть их несколько и было. Круто. Мой размерчик как раз. Вот на выбор три. Башня, на ней что-то там натянуто на ярусе. Возможно, там...
такие слоники прикольные. Тоже, возможно, на них что-то было натянуто. Видно, что на каркасах там какие-то крючочки. Это же только остаток декорации. Так что на этот пляж тоже можно приехать. В принципе, он не очень далеко. Но он расположен тоже с западной стороны. Там огромный открытый ресторан. Я его проходил. Видимо, тоже там все кушали. Там вот дальше что-то еще сейчас посмотрю. Ну, в общем-то, когда это все работало, все подсвечено было и грохотала музыка, я думаю, что здесь было круто. Море. Тут вот плавающие какие-то платформы. Сейчас пройду по этому пирсу. Оттуда сфоткаю все. Души стоят везде. Видимо, функционируют они. Это уже от отеля теперь этот пляж будет. Так и будет. Исторический, казантипский. Такая панорамка тут. Здесь конкретно уже лежаки с зонтиками. Но не такое, как было вот на острове Ананас. Там прям совсем зеркальное было. Как стекло. Вот такой пирсик здесь. А, горячие ножки жгут. Вот здесь, видимо, по канату. Тут лестница спусковая. По канату добирались до вот этой плавающей платформы и, видать, на ней танцевали тоже. Вот она на бочках такая плавучая. Зачем-то тут куча флажочков, не знаю зачем. И такие вьетнамские шляпы на металлических шестах. Украшали как могли, видимо. Ну, уже ветром, видать, и волной побило маленько. Фестиваль «Эпизод» проходил здесь в 2019 году, на Новый год по восточному календарю. Вот это остатки декораций. Вот я понимаю, тут тоже бар какой-то был. Так украшено, интересно. Корень там за барной стойкой. Как такая труба. А тут, чтобы дождь не заливал, все-таки пластмассовый этот плестеглаз наверху. Тут, может быть, столики стояли. Все из бамбука. С бамбука они не жалеют. Он растет быстро. Его здесь много. Основной строительный материал – это бамбук. Такая вот маска интересная. Тут что-то еще, видать, в центре было. Просто, ну, вот не просто эти дырки. Не знаю. А, это как двери какие-то. Но это явно не лифт. Двери уже не работают, сломаны. Слушайте, это был лифт. Он поднимался вот сюда, видимо, и просто как смотровая была. Сломали уже. А вот бар так снаружи выглядит этот, когда я заходил сейчас. Сейчас по территории еще маленько пройдусь. Надо ехать, жарко очень. Просто невыносимо жарко. Везде лампочки. Вечером, наверное, тут тоже очень красиво. Вот такие билетики здесь продают. Сейчас остановлюсь. Видимо, то, что входит в стоимость, написано. И вот такой Sunsets Sonata Beach Club. Солнце выглянуло жарко. Опять на солнце. Ну вот, видимо, приотельный этот ресторан уличный. Здоровый, кстати. На большое количество людей рассчитан. Здесь проходят, видимо, завтраки. Вижу вон от барбекю. Вот эти штуки, в которых... Ой, шведские обеды, когда идут. Вот так вот тут сейчас остатки роскоши.
Все-таки, я думаю, диджеи играли вот здесь. Вот такая стойка здесь диджейская. А возможно, вот здесь. Возможно, тут экранов куча было. Надо посмотреть в интернете, как это все выглядело. Но я читал отзывы очень хвалебные. Прям очень крутые. Ну и стоило на все это удовольствие очень дорого. Билет стоил. Все, я выхожу и поехал. Жарко. Иначе я тут сдохну на этом пляже, не купаясь. Вот баннер, который остался еще от эпизода. Он около центральной дороги. Для ориентира вот здесь какой-то космос написан. И указатель какой-то синий стоит. Ну и дальше начинается такой рынок импровизированный. Вот сразу после этого указателя поворачиваете в сторону моря. Трасса эта идет на юг, в сторону канатной дороги. Где-то наполовину до канатной дороги не доезжая, будет вот этот вот. Вот там эти указатели стоят. Вот этот поворот. Тут вот еще можно запомнить такой баннер синего цвета. И вот по той дороге до самого конца и потом направо заезжаете. Там уже отель начинается, отельная территория, но там покажут, где выход на пляж и где взять билет.